по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Александр Фабрициус с рабочим визитом побывал в Павлоградском муниципальном районе. Специалисты сферы молодежной политики из 20 районов области обсудили с министром перспективы развития отрасли в Омском регионе, а также вопросы повышения заработной платы работников учреждений сферы молодежной политики. Но я считаю, что молодежь у нас очень достойная, очень хорошая, поэтому, выполняя свою уставную работу и то, что у нас записано и в программе, и в стратегии, я думаю, что тем самым мы уже выполняем, наверное, сверхзадачу. Потому что те дети, которые сегодня находятся в поселениях, чтобы они были также активно занимались, приезжали в район. Состояние спортивных объектов райцентра, возможность района проводить соревнования и спортивные праздники. Этими вопросами министр спорта интересовался в ходе визита не случайно. Александр Фабрициус узнал о существующих проблемах, чтобы понять, в чем нужна помощь для комфортного и доступного занятия спортом населения. Сами павлоградцы с нетерпением ждут, когда их район станет столицей областного праздника «Королева спорта». Сейчас мы до 2015 года у нас расписаны все районы. 2014 год это будет Черлак летом, а 2015 год это Оконечниково, уже программа есть. Зимняя это Большевки и Устишим. И на 2016 год мы рассматриваем, сейчас там порядка 12 районов подали заявки, и мы рассматриваем о том, где будем проводить. Но тенденция такова, что на сегодняшний день, наверное, так как и в Олимпийской хартии, и в Олимпийском движении, когда страна подает заявку и при этом представляет, что у нее есть. То есть какая база. В завершении визита Александр Фабрициус провел прием граждан по личным вопросам в общественной приемной партии «Единая Россия» по Павлоградскому муниципальному району.